Ну, игры все-таки должны ценить время игроков, а не как Сталлон. И играем тот же самый. Что мне просто лишняя беготня ни за что. Ничего не дающая. Почему в конце собора не сделать шорткат в начало? Непонятно. Продолжить. Мы сейчас под водой идем к этому. Блин, забыл как. Называется водяному, да. Иди прочь, Векша! Сама ищи своего водяного! Так ты обещание держишь. А чего ты ждала? Я чертовка! И даже имени своего не знаю. Не помнишь имени? Ну ты же стала силой нечистой! Оттого и имя человеческое потеряла. Стала нечистой силой? Ну, конечно. Вакуль тебе ничего не говорил? Хотя зачем ему? Вакуль — это водяной. Я была такой же, как ты. Ну, будь ты знаткой, так не утопла б. Я хочу вспомнить себя прошлое. До всего этого. Могу помочь. Нет тут места, куда тебе и плыть-то боязно. Есть. За рыбачьими сетями. Утонувшее что-то. Туда и сходим. А Вакуль подождет. Да, да. Скорее пойдем туда. А тебя-то как звать, Векша? Василисою. Почему тут мертвецы по кругу ходят? Водяной говорил, что поставил тут семерых ходить посолонь. Посолонь, то есть по солнцу направление движения по часовой стрелке. В память о былых временах. Каких былых временах? Что за идолища тут? Колдовские какие-то. Кто тут из нас векши-то? Пора нам в дорогу. Да. Скорее пойдем, Вася, к тем к... саням. Вдвоем не так страшно. Я думал, уж она меня отведет сразу, не дает гулять. А тут даже траву можно собирать. Типа пароль, что ли? Смотрим сначала здесь. Семеро утопленников ходят вокруг идолов каких-то. Весь ил утоптан. Сколько ж они тут ходят? Семеро утопленников ходят вокруг идолов каких-то. Может, у меня есть какая-нибудь инфа? Про идолы.
Даже не знаю. Надо повторить нажатие, что ли? С утопцев словно спадают невидимые цепи. Мертвецы обращаются в карасей и расплываются кто куда. На их тропе вы находите золотую бляшку с изображением семерых чудищ. Наверняка не обрадуется этот водяной. Пойдем, Вася, к тем саням. Вдвоем не так страшно. Утопленные сани. Типа зимой утонули. Среди рыбацких сетей снуют два утопленника. Они распутывают и разрывают нити и отпускают застрявших речных обитателей. Покойники увлечены своим делом и не обращают на вас внимания. Играем в карты. Топленник потопень. Бери. Завалить его. Завалили. Сейчас опять возьмет. Эй, подошли, отлично. У него он тоже козырная семерка. Наколдовал. Я даже ее подкинуть не могу. А, уже 6 отбил. Но там New Game Plus хотя бы не такая тупая, как обычно. Когда просто все то же самое, только враги потолще. Давай. А, Хельга, тут игра же немного нечестная. У врагов иногда карта может в козырь превратиться, поэтому он называется колдовской дурак. Давай, аватар, спокойной ночи. Ну, я тоже могу колдовать, просто нужно умение прокачать. Так я и без этого выигрываю. Да. Лишак Хоровей. Лишак — это я. За каждый используемый предмет всем противникам 7 урона. Ну, я лишака беру. Да, как без лишака-то?
Где тут? Надо убрать его из колоды все-таки. И так плохо. Обломки, русалка. Рядом с затонувшими санями лежит разбитый сундук. Вы осматриваете его содержимое, и среди прогнившей ткани обнаруживаете хорошо сохранившуюся фотокарточку и подвеску. На дне сундука вы обнаруживаете несколько золотых монет. Это изящный кулон с драгоценными камнями. На обороте виднеется надпись «Евдокия». Наверное, это и есть ее имя. Фотокарточка удивительным образом сохранилась. На обороте надпись «Е» и «П» Фроловы. Она что, жена Пахома была? Рядом с затонувшими санями лежит... Тут чей-то череп лежит. Окей. Кучера? А может, русалкин? На санях ездит зимою. Может, на этих-то санях русалка-то и утопла? Может. Тут как кладбище для всяких лодок, бревен да чёда. Чё-то там сверху есть. Водоворот, может? Тут часто говорят фразу «до чёда» или «до чёда». Кот там говорил, она говорит. Похоже, дело раскрыто. Отчего-то у меня мороз по коже рядом с этими санями. Нашла что-то? Я нашла подвеску. Может, она была твоей? На обороте имя — Евдокия. Может, и моей. Какая красивая. Хочешь, себе оставь. Я нашла фотографию. Тут девка изображена, на тебя похожая. Так это я и есть. А это кто такой? Пахом, Соливар. Написано, что вы одной фамилии. Родственник твой? Может быть. Я не помню. Не помню. На фотографии твой портрет и буква из того имени, что на подвеске. Так это твое имя и есть, Водяница. Евдокия. Да, это мое имя. Кажется, я начинаю вспоминать. Пахом – мой отец. И ты вернулась на завод убивать рабочих? На свой завод? Меня Водяной послал. Я не знала. Это мне? Батюшки, память мутная, как вода в озере. Я половину съел. Я должна выбраться отсюда. Мне не место в хороводах мертвячек. Пусти! Пусти! Пусти, стой! Пусти. Днем наверху ты погибнешь. Ну или крестом тебя прогонят. Свакуля спросим. Пора к Водяному идти. Пойдем. Я знаю дорогу. Фотография Соливара. Чего-то у меня нашла что-то. Погоди. Подводный лаз.
Русалка приводит вас к зияющей пасти пещеры. Не успеваете вы сделать и шагу к норе, как водяница останавливает вас легким прикосновением ледяной руки. Вася, стой! В этой пещере гнездится та щука. Значит, в ловушку привела? Нет, нет! Ну, может быть, немного и в ловушку. Но теперь я не хочу, чтобы тебя рыба съела. Обойти-то ее не можем? Через эту нору в палаты в акуле идти. Тогда, как рыба вылезет, ты ее когтями полосни. Она и ждать не будет. Ну а я заговорами потом щуку-то уморю. Типа, если бы я ее квест не сделал, она бы полноценный босс был бы. Хорошо, она его ослабит. Останавливает 17 в начале хода. Ну, порча. Либо так ее снимать. 83 урона нанесет. Надо набожность качать. Но у меня столько КП, плюс к тому же набожности будет много к тому времени. Там складная регенерация, можно было больше получить. Защита 82. Ну все. Не пробьет. Там и беряк еще тоже тикает. Ну, правда, я и урона пока не наношу. Ну, типа, если бы у меня была фигня, которая положительный статус с нее снимает, было бы быстрее, но я не могу заранее перед боем знать, типа, переигрывать. Опять регенерацию накладывает.
складное. У нее три вида заклинаний. По идее. У меня скоро столько набожности будет, что она ничего со мной не сделает. Сколько? 54. Плюс 15. Она мне урон не наносит, но у меня щит поглощает урон. Но вот эта фигня, она 3 хода ждет, а потом ударяет 83. Вот. Типа на следующем ходу должна ударить. Так не пробьет уже. Ну такое часто, типа, делают. То либо мало урона заход, либо дофига, но надо подождать. Типа тебе будет шанс подготовиться, либо убить противника. Ну тут оберег, он в начале хода мне защиту дает. И набожность увеличивает получаемую защиту со всех источников. То есть мне оберег дает эту защиту, а потом все мои карты еще плюс 21 больше защиты дают, короче. Нереально уже скоро ему пробить меня будет. Но я как бы не быстро бью, я порчу накладываю. А он регенерацию себе накладывает раз в 5 ходов, по идее. Они борются друг с другом. Пока что у моей порчи больше. И не должен меня обгонять, по идее. Только порчи у меня всего 4, и больше не могу в колоду взять. Поэтому иногда я просто трачу ход. Вешаю защиту. Уже он 94. Я тут обереги толкну тогда, что он не пробивает. Ну, там у меня 38 набожности. Ну, то есть обычное заклинание там 6 дает защиты, а вместо этого, ну, вот сейчас уже будет 46 давать защиты.
как бы понятно, что без шансов этой рыбе что-то мне сделать. У меня столько спеллов на защиту. Да не за что. Я просто так еще вслух разговариваю, потому что, ну, бы я зашел сюда, я бы наверняка ничего не понял, что происходит. У меня там, я не знаю, примерно 4 вида карт, которые я использую в бою. Порча, вот она тикает каждый ход. То есть вот если я 6 порч наложу, то у него будет первый ход 6 нанесено, в следующий 5, потом 4, 3, 2, 1, там факториал, короче. Достаточно много в перспективе. Сейчас 69 порч на нем висит. Ну он раз 5 ходов сколько там, 17 регенераций накидывает. Но порчи я успеваю больше накидывать, так что медленно, но верно, так сказать. У меня у самого там тоже регенерация есть. Почти все понимаю, что происходит. Это хорошо. Просто тут, ну, достаточно много разных дебафов, и по ним сходу не понимаешь. Иногда нужно вчитываться в карту сначала. А так я их не использую просто, поэтому все более-менее понятно. Там сглаз есть, он вроде как урон уменьшает сколько-то. И другие. Есть. Вот враги, бывает, разложение накладывают. Эта штука у тебя увеличивает порчу на количество наложенного разложения и убавляется. То есть... Это, я не знаю, автоналожение порчи. Да я не знаю, там задачки достаточно сложные, их вроде как не было до этого. А как появились, так сразу думать надо. 120 уже защиты. И там куча сразу... карт, у которых, которых я не видел, которые там какие-то непонятные слова в себе содержат. Не всегда все же понятен смысл, даже если прочитаешь несколько раз. Интересно, вот он умрет? Или он до нуля здоровья пустится, потом отрегенится? Ну, самые сложные, наверное, враги будут, которые будут снимать с меня бафы. Так я набожность не натикает, у меня не накопится. Да, похоже, он не от нуля не регенится. Первый заговор содержит слово «щучий укус». Тут не поймешь. Щука с шипением падает на речной ил. Через мгновение она исчезает, словно ее и не было. Я просто, ну, я играл в карточные игры до этого, и это не первая карточная игра, где тебя заставляют прям сидеть и думать, как бы ты вот эти карты применишь в определенной последовательности, чтобы все прокатило. Но они бывают такие сложные, что как бы ты ни тыкал, я просто не могу понять вообще. Водяница выплывает из зарослей и указывает вам дорогу вглубь щучьей норы. Внутри пещеры вы понимаете, что силы на исходе. Необходимо искать место для привала.
первой главе ты не идешь далеко, пилишь там, я не знаю, кольчугина пешком, а ты из дома такой вышел, там четко вот полечил, вернулся домой. А здесь вторая глава, ты все пилишь куда-то вперед. Щука исчезла, сколько можно котлет накрутить? У меня папа щук часто ловит, и потом мама заставляет котлеты крутить, а у нас там, ну, не особо кто-то рыбу его ест. Ну, в общем, не знаю. Вместе с чертями. Кто там погиб от бесовской порчи? Стойкость к статусу благословений. У меня уже 6 бесов. И от одного можно было избавиться. В принципе. Но я не гонюсь за хорошей концовкой. В принципе, они же мне что-то там приносят. Пожар. 13-й брат. Пожар. Я думал, он про хозяйство знает. Ну ладно. Голод есть? Голода нет. Ты Вашка и животные. Где-то были животные же. Нет? Не было. Окей. Раздор есть. Бедствие, погода. Ну, отец рыбак, ну, это его любимое хобби, которое каждые выходные происходит. Голод. Голод, животные. Ну пофиг тогда. Гробы — это грехи. Они типа даются за плохие поступки и за бесов, которые в моем подчинении есть. Привет, Гигаджек, добрый вечер. И это не влияет практически ни на что, кроме каких-то определенных диалогов. Наверняка, где грешноватый ты будешь, тебе скажут, что-то ты грешноватый какой-то, я тебе не буду ничего с тобой дел иметь, или что-нибудь такое. Но я как бы не замечал конкретно, была ли зависимость от этого или нет. И на концовку влияет. Типа, хорошую концовку какую-то можно получить, если грехов будет меньше скольки-то. Скольки меньше, я не знаю. Но так как я играю на максимальной сложности, хочется не париться пока. А потом черти, вот эти, которые у меня есть в подчинении, они, каждый из них, если без дела сидит, то он тебе дебафы вешает. Типа, там что, защиты меньше твои заклинания дают, или порча на тебя накладывается в начале боя, или еще что-то. И чтобы они на тебя это не накладывали, ты их отправляешь на задание. Но за выполнение заданий, там типа задания негативные все, там кого-то там животных там проклясть, я не знаю, кого-то слепить, чего-то еще там сделать. Ну и каждая вот эта фигня, она грехи дает.
Вот. И тут есть умения, которые можно как-то применять, чтобы они меньше грехов, в общем, давали за задание. Или отправлять их на бессмысленную работу, которая тоже за умение открывается. Но как бы максимум двоих чертей можно отправить. Но они просто не дают тебе дебаф и грехов не приносят в таком случае. А так, ну, бывало, что я где-то иду, там, не знаю, тут просто вижу там гроб не раскрытый, ну, разрытый, я его там закапываю, и мне минус один грех дают. Но такое не часто случается, и скорее на избавление грехов не стоит рассчитывать. Ну, я и не парюсь, в общем. То есть всем противникам. Ну, это если открою ячейки, может, подумаю. Тьфу ты, когда мы отсюда выберемся? Я хоть и не совсем кот, да что-то не люблю под водой ходить. Скоро, Прошка, когда водяного доберемся. А то может остаться тебе с нечистыми-то другими. Не очень-то и надо. Фу ты, я хоть... Скот, отдохни, Васенька. Еще где-то день идти. Ничего себе, день. Почему, думаешь, водяной тебя в проводницы отправил? Силу твою почуял, думаю. Так-то он мне не сказывал. Что он вообще за бес? Водяной давно местными реками да озерами заправляет. Еще нового бога тут не было. А Вакуль был. У него палаты в глубине самой на синем камне стоят. Богатство несметное. Уж куйники ему жертвовали. Мельники, рыбаки, пасечники. Все, кто на реке да на озере работает, вынуждены с водяным дело иметь. Уж куйники? Не знаю, кто это могли выделить. И мы тоже. Утопленники. Долго идти еще до палат? Да недалече. Отдохнешь, потом и доберемся. Дорога тоже старая, как будто. И хозяйство тут у Вакуля, деревни да чёда. Утопнее, те, что издавна тут. Говорят, что раньше эта дорога святой была. Старые боги тут, мол, ходили каждую ночь. А теперь по-новому все. Водяной от того гневается. Что ты помнишь из своего прошлого? Новгородские пираты? Серьезно? Прикольно. Помню отца своего. Один он меня ростил. Мало что помню. Больше вот пока ничего в голове нет. Ничего, Евдокия. Вспомнишь, Дак? Ой, Васенька, кто знат? Я же мертвая, да? Хм. И что я делала-то, батюшки? Что со мной теперь будет? Ну тут столько таких слов, которые не узнаешь никогда. Мы, мертвецы, только одно знаем. Лучше быть живыми. Черная книга. Синий камень, это вот там, где водяного места. Может, мне какое-нибудь снятие врага? Положительных бафов добавить. Ну, он без колдун снимает положительный статус. Один добавить просто, на всякий случай. И тут нельзя потыкать ничего в округе. В избе-то можно было там ткнуть, что-то посмотреть, что это такое, а тут просто одноразовая какая-то локация бесполезная. И все, как это, ну, этапы здесь короткие очень, там 4-5 остановок. К
Как будто, ну, у меня такое ощущение просто, что второй главе меньше внимания уделяли. Может, русалку мы вернем? Внезапно выплывает сначала угорь, потом налим. Уже через мгновение вы окружены тучей угрей налимов, которые плывут огромным стадом через заросли. Вскоре вы видите и погонщиков. Несколько утопленников с веслами ведут косяк в им лишь ведомом направлении. Окликнуть. Утопленники останавливают рыб, чтобы поговорить с вами. Оказывается, этот косяк проиграл в акулю другой водяной из реки неподалеку от Троицкой церкви на юге губернии. Теперь мертвецы перегоняют речных созданий во владение местной нечисти. После разговора вы стали чуть лучше понимать нежить. Ну, это я могу. Лешие и, в общем, водяные могут проигрывать карты, свои имения и животных. Подводный погост. Ну чё, бесы, выходите, держите меня семеро. Что, трава есть? Что, да чё? Старая могила. Имени не разберёшь. Что становится с утопнями, когда их столбик весь истлеет? Так, это, наверное, сначала поболтаю. Кажется, там вход в пещеру какую-то виден. Надо у русалки спросить, что это. Опять щука какая-то там гнездится ли, чё ли? Я слышала, здесь Вакуль собирает могилки своих жертв. Только кто тонет... Так здесь голбец сам вырастает. И здесь твое имя, наверное, найти могли бы. Я тут и посмотреть не сумелась. А теперь домой хочу. Туда, на землю. Может, водяной тебя и отпустит. Надо головой поворожить. Ворожить головой, думать и размышлять. Посмотрю, что тут за могилы. Чувствую, голбец-то свой. Он вон там вот. Нет, не пойду до него. Что там за пещера виднеется? Водяного. Он туда мертвецам идти не велит. Тебе-то могу показать. Ты же не покойничек покамест. Погоди, забыла тут. Соляная пещера. Фига тут. Сколько могил. Водяному на потеху. Надеюсь, моего столбика тут не появится. Я слышала, здесь Вакуль собирает могилки своих жертв. Погоди, заб... Ну и где русалий?
Загружать, что ли? Сколько могил. Надеюсь, моего столбика тут не появится. Ну, если будешь так медленно ходить, то и появится. Кажется, там вход в пещеру, как опять щука какая-то там гнездится, лечоли. Я слышала, здесь Вакуль собирает могилки своих жертв. И здесь твое имя, наверное. Я тут и посмотреть не сумелась. Может, посмотри? Чувствую, голбец-то свой. Он... Погоди, забыл. Кажется, там вход в пещеру какую-то виден. Надо у русалки спросить, что это. Опять щука какая-то там гнездится, лечоли. Я слышала, здесь Вакуль собирает могилки своих... Погоди! Вы находите ту могилу, что вам указала русалка, и стираете холодный ил с деревянной дощечки. Это действительно могила дочери Пахома. Около могилы вы находите старый крест Евдокии. Переберег в начале сражения. Старая могила. Имени не разбери. Что становится с утопнями, когда их... Ну, и теперь уездное кладбище. Или, может, ей крест можно отдать? Я слышала. Здесь Вакуль собирает могилки. Нельзя. Своих... Погоди. А это что, типа, донатеры? Походу. Мне кажется, здесь бесполезно. Просто специально для того, чтобы бейкеров или как там у них, то, в общем, там донатят на игру. Почитать имена. Я-то думал. Но задумка неплохая. Я слышала, здесь Вакуль собирает магию. Хватит поклон. Готова дальше идти? Да, пока. От пещеры веет стариной. Словно этот лаз ведет в другой мир. В эту пещеру вход мертвецам заказан. И со мной забоишься? Тебя-то он небось выпустит. А со мной что будет? И никто в пещере не бывал? Один утопень вроде как побывал. Так потом, говорят, наказал его Вакуль. Сожрал, наверное. Почему, думаешь, он ходить сюда не велел? Может, сокровища тут хранит? А их чудище какое-то сторожит? После потолкуем. В эту пещеру... И со мной? Тебя-то он небось выпустит. А со мной что? После потолку. После потолкуем. Не такой уж и узкий лаз. Тут раньше все стены были украшены, а сейчас все постерлось. Медведь какой-то, лось, не поймешь. Лось. В сундуке лежат какие-то медные железки.
Бляхи какие-то или чё ли? Родина. Лучи вырисовывают путь в глубины пещеры. Извилистые тропы приводят вас к огромному алтарю. Кто и как здесь справлял свои службы? Вы останавливаетесь в нерешительности. Бросить монеты. Возникший на стене рисунок выглядит новее других. Он изображает ящероподобную щуку. Кажется, вы где-то видели подобный образ, но то был медведь. Из раздумий вас выводит голубоватый блеск. На алтаре появилась серебряная маска. Вы стряхиваете пыль со старинной маски и возвращаетесь ко входу в пещеру. Плюс 5 к награде за сражение. Ну, у меня 700 золотых. Я их не трачу. Русалка, наконец, привела вас к воротам во дворец Водяного. На страже стоят двое утопленников, которые, кажется, никак не могут найти общий язык. Нет, я портил. Ты не допортил. Ты даже слова связать не можешь, не то что сеть как следует порвать. Из-за тебя он и гневается. О, русалка! Опять вы, кумушки-подружки? Я чертознайку Квакулю веду по его указанию. Некогда нам. Позже приходи. Может, нам стоит попросту их переплыть? Не получится. Колдовство тут тоже какое-то. Во дворец вход один. Играть в карты. Может, так решим спорта наш? Кто в дурачках, тот тут остается. А кто выигрывает, тот к Квакулю идет. Ну... Мне кажется, справедливо. Мы в дурачках-то как останемся? Ага, ну уж не мы точно. Не русалка играет? Это 2-2? Ну чё, и, типа надо поднасрать и другому тоже возможности. Бита. Она козырей дает. Вали его. Его никто не дает. Тузов жалко. Ну, ничем не могу помочь. Ну, она вроде справляется без меня. Да забирай. У меня все в козырях. Под русалку тоже не это. У нее карта в козырной туз превратилась, окей. Ну что, я отхожу? Типа вместо русалки. И так 2-2 играют. Здесь, в подводном царстве.
хорошо, наверняка их убедить можно было. Дворец Водяного внутри не похож на старые сказки. Вместо хрустальных стен тут обветшалые доски. На пути вырастают заросли речной травы. Вы заранее открываете книгу. Мало ли, какие вредители затаились в старых палатах. Ваша осторожность оправдывается. Из мрака появляются несколько чертей. Везде так играют, но я вот это не играл. Или мало играл. Пар на пару. Не особо. Вставляю. Если я сделаю без колдун у него, то он умрет за 2 хода. Там 1 хп нанесет, но у меня регенерация, так что... Солнце красное, то есть можно удвоить. 21. Было бы прикольно, если бы второй чувак, не знаю, говорил бы что-нибудь во время боя иногда. Или... И это можно было бы отключить, если начинает бесить. Типа второй круг про сглаз в основном.
Но я в колоду не добавлял, у меня еще... Не уверен, что хочу это вообще использовать. Старая старушка. А тут показывает, что здесь былина. Быличка. Тау левел, секретный коровий уровень. Возле пустой старушки вы натыкаетесь на огромное стадо коров. Среди скотины бродит выбившийся из сил крестьянин. Он замечает вас и устремляется к вам, сломя голову. Батюшки, человек смертный. Живая не блазнит. Ну, аккуратнее, не сомни колдунью. А то я тебя еще дальше утащу. Векшица, вот и сам мог бы довернуть. Нет тут христианских душ, кроме моей, тут и сгину. Не спеши меня в нечисть записывать. Я и изладить могу, коли надо. Поможешь? Господи Иисусе, спасибо, спасибо. Но так просто тебя не вытащить. Думаю, надо молебен заказать. Тогда тебя в оккульта сам и отпустит. Возьми вот деньги, что я тут заработал. Я из деревни Некрасова, там бабу мою найди. Они меня ищут, потому закажут молебен, точно закажут. Ладно, буду там, найду жену твою. Не отчаивайся. Растроганный крестьянин ловит уплывающую слезу и кланяется в пояс. Уплывающую слезу. Ну чё, вакуль. Пока я водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Готова? Что-то про него можешь рассказать? Старый он и с причудами. Если понравишься, наградить может. Он выигрыш и сегодня. Так в духе быть должен. Смотри, если будет давать сокровища, ты не бери, а чешую проси. В этом мире все иначе. Не как у людей. Пока я водяному тебя не объявлю, он и сам не объявит. Чешую просить? Погоди, Манинька. Чего только нет среди сокровищ водяного. Монеты серебряные, золотые, оклады с драгоценными камнями. Икон ни в одном окладе, конечно, нет. Набрать сокровищ, думаю, плохая идея будет. Ну, допахалась, векши. Чё тебе еще? Скоро водяной явится. А не твоего ума дело. Я б тебя не задорого. Ни за дешево не пустил. Как сам решит, явится так. Что вы за парочка вообще такая? А вот кто знает, кто знает. Может, мы водяные будущие. Ладно. Тебя не объявлю, он и сам не объявится. Да, приглаш. Год от года хуже, год от года хуже. Вверху труп. А тут постоянно на фоне плавают. Ишь ты, монет бросила на алтарь старый. Простая ты девка. В картишки сыграла, чтобы до меня добраться. Но утопни-то обдурить большого умения нет. А, можно было ткнуть? Давай загрузим.
Чё труп разглядываешь? Это Вакуль засолил. Тебе так не узнать, что новый утопень из него скоро получится. Вот как утопни рождаются. Вот. Чё это? Вот как... Теперь знаю. Прокликаю на всякий случай. Ну, допахалась. Я как сам решит. Что? А может... Ладно. Чего только нет среди сокровищ Водяну. Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Что-то про инстант смотри в этом мире. Пока я Водяному тебя не объявлю, он и сам не объявится. Да. Год от года хуже, год от года хуже. Ишь ты. Так, это все мы видели. Здравствуй, водяной дедушка. Меня Василисой зовут. Знаю я, как тебя зовут. Я все в своем царстве знаю. Думаешь, я бы не мог тебя к себе сразу доставить? Хотел посмотреть, что ты за человек. Другим вон помогаешь. Русалки имя нашла. Я такое не одобряю. Ну, с чем пожаловала? Спросить я хотела. Ну, давай спросим. Что на соливарне творится? Ты русалку послал и рассол увел? Есть у меня один знакомый, Демидов. Он когда завод ставил, знаешь, что сделал? Бросил в воду перчатку. Ужас. Потом снял вторую, три пальца от нее отрезал и тоже в воду бросил. Зачем? Понимаешь? Нет. Демидов бросил в воду перчатку. Зачем он это сделал? Да. Тут ничего не написано про перчатки. Подрол поиск, чтобы можно было поискать. Ну, поиска нет, да. Руки как у лягушки, четыре пальца. Ну, пусть будет за надкость. Мне не жалко. Жертва. Кто водки вылит, а кто и голову посулит. Ну, как бы я думал, что это жертва, но про пальцы отрезанные. Жертву он тебе посулил. Человека живого. Молодец. Вижу, не зря водой дышишь. Поняла голову-то сколько? Одна перчатка, затем вторая. От которой три пальца отрезали. Либо... Восемь. Нет, семь это. А если по количеству? Ну... Обычно семь это какое-то... Ну, либо два, либо семь, как бы. Три пальца отрезали. Ну, если три пальца отрезал, мне кажется, он перчатку бросил с отрезанным пальцем. Ну, пусть тоже подсказку
каждой перчатке 5 пальцев. Это подсказка? Вот это подсказка. Ну пусть 7 будет. На одной перчатке 5 пальцев. Mm. На второй еще 2. 7 жертв завещено. Верно, вещица. Вижу, что знатка. 7 было утопленников. Я их потом по кругу посадил ходить. В память о былых временах. А я их это... Да не для того, чтобы ты их на свободу выпускала. А что сейчас? Хорошо, если рыбак какой водки в воду нальет. Я этого терпеть не собираюсь. Твой сливар мне тоже когда-то голову завещал. Да выполнять свои обещания не торопился. Так у него дочка-то утонула. Но я и так свою подать возьму. Ты сам утянул Евдокию на дно. Сам. Все сам. До соли он мельницу держал. Там и договор был с ним. Дочерью он поплатился за его нарушение. Соливарин, он не спешил мне дань платить. Теперь и за это отвечает. Ты виноват во всех этих смертях. Не забывайся, вешаться. Я взял, что должно. За такие слова я бы и тебя в утопленницу обратил. Но я сегодня добрый. Как теперь рассол вернуть? Хочешь понять, что делать? Я скажу тебе, но после того отправлю выполнять. Ничего больше узнать не хочешь? Сначала спросить я хотела. Я знаю имя русалки. Отпускай ее теперь на волю. Я тебе что, паник? А она невеста? Ее именем не спасти. Она уже мертва. Сего света не возвращается. Нет, Ты про книгу свою? Так у нее такой нету. У меня на свой срок отбудет. А как пришло бы ей время на земле помирать, так я ее отпущу. В ад или рай. Уж это не мне решать. И уж точно не тебе. Спросить я хотела. Что за пещера с надписями на стенах? Я давно тут живу. Все тут другое было. Там когда-то могила была. Я сохранил, что осталось. Не должно старым устоям пропадать. Не допущу я этого. Спросить я хотела. Мне нужно печать в книге открыть. А я книгу эту знаю. И как печать открыть, знаю. Вот выполнишь мое задание, открою. Спросить я хотела. Ну, что там у тебя? Как мне рассол... Хочешь понять, что делать? Я скажу тебе. Можно напасть на него. Отправлю выполнять. Ничего больше узнать не хочешь? Ну? Говори, что хотел. А, хорошая волшебница. Волшебница. Мне нужна помощница на земле. Только пока сходишь. От Вильгарда недалеко. Там разбойники часто сидят. Тоже мне подать перестали носить. Заставь их снова к доброму делу вернуться. Хорошо, будь по-твоему. Ты мне, Василиса, по нраву пришлась. Когда я печать открою, глядишь, и сдружимся. Выбирай себе гостиниц. Золотых монет, сундучок или рыбной чешуи и пригоршню. Мне чешуя нравится. На поверхности такой нет. Как знаешь, Шепотунья. А теперь возвращайся домой. Шепотунья. Ну, гладенькой дорожки. Гладенькой дорожки. Выполнишь, так и встретимся. Да хоть до старой мельницы по Холовой. Я так и быть печать тебе открою. А рассол зависит от Пахома. У него, наверное, найдется пара перчаток. Прям 7 утопленников. Жесткие жертвы там. Вы приходите в себя на берегу Русальей заводи, отхаркиваете мутную грязную воду, а затем осматриваете свои вещи. Все оказывается на месте. Вздрогнув, вы хватаетесь за черную книгу. Она тоже цела. Исчезла только рыбья чешуя. К своему удивлению, вы обнаруживаете вместо нее увесистый мешочек с золотыми монетами. А ну? Ну, там мне сказали, нужно чешую просить.
Дедушка, я вернулась. Василиса, я поворожил намедни. Знал, что тебя водяной держит. Так потом в Троицкую церковь сходил, там все, что надо, сделали. Потому и отпустил тебя, водяной черт. Нормальный. Может, не от молитвы меня отпустил. У него задание для меня есть. Вы рассказываете деду Егору о событиях последних дней. Значит, мельником был пахом. Любопытно. Водяной свою подать не забыват. Держи с этим бесом ухо востро, как бы он тебя вокруг своего щучьего носа не обвел. В конце игры умрет Бэтмен, ну вау. Я не доверяю бесам, как ты и учил. То-то ты русалке помогала. Это тебе не подмененная девка. В нашем деле осторожность нужна, а то живо под галик загонят. Сейчас о другом забота. У разбойников попытай провокуля. Может, совет какой дадут? Хорошо, дедушка. Что за разбойники ему подать платят? Пираты? Думаю, речные грабодители. Грабодители. Мало ли таких. Из беглых каторжных или там бедолаги заводские. Ты сильная знатка. Они тебе навредить не смогут. Чуть что, сразу порчу на них. Продыху не давай. Поняла? Я русалку встретила. Думаешь, можно ей помочь? Русалка? Мертвая уже, значит. Как мертвецу поможешь? Ну? Прости, Василиса, не подумавши сказал. Думаю, нет у нее друга, который ей поможет. Но я нашла ее имя. Это что-то да значит? Говоришь, дочерь Пахомова? Вот он пусть и думает. Может, от водяного хоть вызволить? Окаянный держит своих утопленников до тех пор, пока их срок земной не выйдет. Может, и раньше отпустить за верную цену. Иногда, конечно, молитвой удается спасти. У водяных, что слабее нашего, поменьше цена. А какая у Вакуля, никто не знает. Если хочешь, попытайся. Но главное — печать. Не забывай об этом. Думаешь, выполнит он обещанное? Про соль, про печать? Я с ним дело как-то раз имел. Тоже на мельнице. Работу всю выполнил, но и своего не упустил. Сильный черт. Давай, Хельга, спокойной ночи. Теперь твой черед пришел. И ты его поборешь, не сумлевайся. Все понятно, пора собираться. Хорошо. Тот кабак от Салатного недалече. От Кушева на запад. Там и Некрасова неподалеку. Один утопень просил помочь. Я пока Пахома вызову. Бог в помощь. Помощь. Помочился. Кот это... Этот, Голбец. Подпол избы. Когда-нибудь домовой, я научусь выражаться соседке, если он появится. Мы его вызволили, точнее, пока освобождали от беса, в него вселившегося. Посетители есть, просители. Бог в помощь, Егор Евлампович, Василиса. Здорово! Ты ж зарекся в избу мою ходить. Ах, Бог бы дал, так не пришел бы. Страшно у тебя. Как по лесу иду к избе, так и чую бесяков глаза, и чаще сверкают. Так нужда привела. Кроме вас-то не поможет никто. Что случилось-то? Убили кого? Ой, Господи, помилуй, не в этот раз. По крайней мере, не человека. В кладбищенской часовенке нашли корову, которая пропала уже с пару месяцев. Я помню ту корову-то. Мы ее отведать не смогли. Отведать? Ну, хорошо, что нашлась-то. Так хорошо-то хорошо. Только... Мертвой ее нашли. Страх какой. Я слышала, в последнее время чудить в той часовне стало. А ты мне запрещал нечистого прогонять. Теперь не будешь про суеверие шарманку заводить. Так что тут скажешь? Был неправ.
Егор Евлампович. Ты уж помоги, а? Ну, буду вас в церкви своей ждать. Жди. Думаю, стоит нам осмотреть эту корову. Чё-то недоброе у меня предчувствие. Хорошо, дедушка. Будем собираться. Его квест. Да. Буду. Егоровы черти вертятся на заднем дворе, спорят и гомонят, как стая сорок. Вы замечаете, что одни бесы мажут редьку сажей, а другие счищают ее наперегонки. Заметив вашу заинтересованность в бесах, дед Егор рассказывает вам о былом споре. По его словам, ученый черт лучше трех неученых. Все дороги ведут к Ростыне. Холодная ночь наполнена сотнями звуков. Бесы и лесные черти пролетают под разлапистыми еловыми ветвями. Совы охотятся на юрких полевок. Примогильные травы что-то шепчут из-под угрюмых силуэтов голбцов Михайловской Ростыни. Дед Егор останавливается и, склонившись, разглядывает что-то на сухой земле. Смотри-ка, сколько уж прошло, а след остался от круг твоего. Интересно, может, и от моего остался? Того, когда я колпак отбирал. Сколько тут их начерчено-то было за века? Грехов-то, грехов. Вот ты думаешь, зачем нам иконы с церквами? Грехов у меня Христа задавить. Думаешь, колдунам их износить удастся? Говорят, нет спасения еретникам. Верно, верно говорят. Я так думаю, на то нам и дают бисей, чтобы мы ими заправлять учились. Типа в аду? А церква, икона — это так, чтобы народ не пугать. Может, и мне с ученицей тут круг придется чертить? Это уж как Бог даст. Ярмарка. Денег у меня жопой жуй. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить. Карабинник. Так, ну что у тебя карабинник? Ничего себе у него. Вагон и маленькая тележка. Вори. Плюс 2 к словам с уроном, но грех увеличивает. Больше трав. Предложение 1. Первый заговор. Сглаз на 2 увеличивает. Наберег увеличивает на 3. Набожность плюс 2. Вот это вот мне интересно. Разложение плюс 1. Но разложение я нечем пока накладывать. 40% больше экспы.
Усиливает статус порчи плюс один, но сначала на себя накладываешь порчу. У меня тут гребень какой-то был, который бесплатно плюс один дает. Это разложение плюс три дает, усиливая порчу. То есть это сильно, ну как, не прям сильно негативный, но значительный баф в начале. Порча восстанавливает здоровье, а не наносит урон. Ну, по мне, в смысле. Да, в принципе, может чем-то работать. Ну, набожность плюс 2, наверное, можно купить фигню. Но плюс к порче эти штуки, мне кажется, я не буду покупать. Они какие-то негативные. Ну, то есть, вот это можно было бы использовать, если бы я купил деревянную ложку, например. И то не до конца нивелировало бы. Потому что мой волос утоплен, порча плюс один просто дает, а тут какими-то негативными эффектами. Ну или может быть это все-таки имеется в виду, чтобы с нетленным вместе использовать. В каком-то смысле это и лучше даже. Замена регенерации своеобразная. Не знаю, набожность куплю. Продавать, наверное, ничего не буду продавать. А мне эти деньги. Или купить вот эту фигню. Не знаю, не буду. Какова твоя мудрость? Какова твоя мудрость? Не знаю, есть ли смысл покупать вообще. Мне достанутся, наверное, по одному. Я бы купил что-нибудь. Снимает один вредный статус. Где-то... Нету на 20 хилки. Царские очи, вот это вот.
Ох, Вася, Егор Евлампович, прибыли. Я уже не знаю, что и делать. Все молитвы перечитал. Таких страхов-то давно у нас не было. И кто с животиной такое устроил? Изверг какой-то. Расскажи, где корову-то нашли? Ой, так в старой часовне на кладбище. Там редко кто бывает, а нонче-то вообще страшатся. Так и лежит у алтаря. Что это за напасть-то на наш уезд? Что за сатана, прости господи? Что-то еще необычное замечали? Да вот, боятся идти к кладбищу-то. Блазнит, так. Уж много кто и к вам собирался по этот случай, да я уверил, что вы скоро будете. Где часовня-то, в которой корову удавили? Так на кладбище церковном. Там уже и до того что-то стучало, да скребло. Как будто из-под земли звук слышали. Поэтому и реже народ туда ходить стал. Регенерация. Ну, блин, был бы умение, что ли. Еще одно. О, в смысле, вещь можно было еще одну надеть. Вот это, наверное, даже лютые слова я бы не стал качать. Взял бы плюс одну вещь. Хорошо. А ты из закромов церковных пока оплату собери. Хорошо, Егор Евлампович, вы уж на этот счет не сомневайтесь. А может, этот колдун, который Егор убил. Бачий гриб. Тут вильгардские схоронены. Почти все. Ничего. Скоро ему и не нужна могилка будет. Старая какая часовня. Видать, редко в ней бывают. Стены прохудились. Ничего больше нет. Тут старые веревки, крови на них нет. Ими давно не пользовались. Но еще крепкие. На иконах коровья кровь. Долго этой часовни сторониться будут. Господи Иисусе! О! Нечего тебе на страх этот смотреть. Я скотиной займусь. А ты пока вокруг поищи. Попробуй найти подсказку, что за нечистый тут обнаружился. Тут старые веревки. Крови на них нет. Вы замечаете странные кровавые следы, будто птичьи отпечатки смешались с человеческими. Типа я, может, их на улице смогу смотреть? На иконах коровья долг, на иконах коровья кровь. Страх какой! Кто это коровушку так изувечил? Ну, я выловлю этого черта, да задам ему!
Ими давно не пользовались. Тут старые веревки. Крови на них нет. Вы находите окровавленный лоскут савана. Берете его. Тут вильгардские схоронены. Почти все. Ну, походу, это все. Вот до сюда ноги заходят. И все. Старая какая часовня. Ну, осмотрелась? Осмотрелась уже. Вот, нашла лоскуток савана. Да только он в руках развалился. Ага, это не случайно. Значит, наш нечистый из покойников. Старых, притом. Вот тут нашла следы какие-то. Ага, птичьи. Нечистый шьет иголкой без ушка. Вводят в заблуждение. Думаешь, что? Это не птица никакая. А кости на ногах обломанные. Я корову осмотрел. Ее зубами и когтями разорвал нечистый, это понятно. Но вот еще нам подсказка. Железная стружка в коровьих костях. Ух, не нравится мне все это, Вася. Давай-ка попробуем старый след открыть. Погоди-ка, я у твоих находок пошепчу. Дед Егор произносит несколько заговоров, и на земле появляются птичьи следы, ведущие от растерзанного животного куда-то вглубь вильгардского кладбища. Вот, по нему пойдем. У меня еще на медни в ухе спело. Предчувствие подсказал. Не к добру эта находка будет. Страх какой. Кто это коровушку так изувечил? Вы замечаете странные кровавые... Ими давно не пользовались, но еще крепкие. Только один вариант, куда ткнуть. Даже на Егор нельзя. Деревья возле разломанной домовины замерли в трепещущей тишине. Вы заглядываете внутрь. Черный Прокопий, провал, я же говорил. Глубоко под землю. На кресте полустертое имя. Прокопий. Так и знал. Вы придерживаете пошатнувшегося деда Егора. Мал был еще, неопытен, плохо обезвредил. Вышел на свободу, еретник проклятый. Для того, чтобы колнун мог перейти границу между мирами, вбивают в сердце осиновый кол или дробят хребет между третьим и четвертым позвонками. Я еще у коровы догадался. У нашей семьи-то такая же была давным-давно. Это он мне гостинец оставил. Ничего, ничего. Мы его обратно в гроб загоним. Не зря я училась, дедушка. Вместе справимся. Я веревку в церкви видела. Нужно спуститься в его логово.
Ну, здорово. Прокопий! О, Егорка, вот и свиделись. Что это ты пришел? Уж не жертву ли учителю оставить? Гляди-ка, какая! Черноволосая, белая да смелая. Эх, башкуся! Браво и красивая. Ну, сюда веди, а сам давай, помалживай отсюда. Бегает скрываться. Какая я тебе жертва? Ты нас плохо знаешь, окаянный. Нет, девка, это ты нас плохо знаешь. Да, Егорка? Не зря я тебя учил. Ведь ты такой же, как и я. Как ты тут жил все эти годы? Мал ты был, Егорка. Неопытен. Не знал, как меня подбить. Да теперь поздно. Долго я не мог выбраться из домовины. Твой святоша знал свои молитвы, не то, что ты. Но ничего, не расстраивайся. Ты хорошо пожил. Вон какой потопный стал. Смотреть тошно. Старый древний. Кажется, я-то получше устроился. Уже лет 30 не старею. Ты глянь на мои хоромы. Разве не призорно на них смотреть? Призорно — это приятно. Как ты тут все выстроил? Очень просто. Зубы и когти со временем железными стали. А с таким инструментом работа спорится. А как имя мое истерлось на домовине, так и молитвы перестали меня сковывать. Не смешно ли? Сгинешь со своей девкой в моей же могиле. Говоришь, похоже вы с дедом? Не смей нас сравнивать, Прокопий! О, ну нет, ты же у нас добрячок, Егорка-добряк. А не ты ли чертей послал убить меня во сне? Не забрал ли ты потом моих бесов? Ой, а это не они у тебя на плече? Я не убивал детей. Это правда. Но нет ли за тобой других грехов? Что за палка у тебя? Уж не из того же рога, что и мой баток стародавний. Но что я слышу? Кажется, голос моего старого беса. О, неужели? Окаянный мне все поведал. Ох, что они тебе шептать, Егорка? Что насоветовали в конце твоей никчемной жизни? Хватит разговоров, нечистый. Тогда я не знал, как тебя изничтожить. А теперь знаю. Тебе не одолеть двух колдунов, Прокопий. Я не зря ждал этой встречи. 40 лет. Такой же колдун, как и вы. И тут заговор из нескольких слов. Первым ходит тот, кто составил заговор из меньшего количества слов. Угу. Черный урон достигает... Убивает цель, если черный урон достигает здоровья. У меня тут вообще... А, это пазл. Того я должен... На 2. Блин. Хрена не прочитать, или как повезет.
Там гостем со сглазом. Можно было и не так делать. В разы плюс урон 20. У него там 37 урони. Жертву. Так, то он уже два хода умрет. Мне оно и надо. Визи. Теперь он уж точно в пекло отправится. Ну, живо. Помнишь, что делать надо? Так, как можно нечистого покойника обезвредить, чтоб на тот свет уж точно отправился? Любить осиновый холм, пол перебить хребет. Надо еретнику хребет перебить между третьим и четвертым позвонками. Молодец, Вася. Так и поступим. Эх, будь я поумнее в те годы, он бы и сегодня не вернулся. Ну ничего, мы его рано одолели. Не успел тут на зимогорить. Набедокурить, натворить дел, наворять дел. Прокопий говорил, у вас посохи одинак. У него из рога был. Я забрал. Да, есть грешок. Только смотри, он новый раздобыл. И тоже из рога лосиного. Этот тебе нужно забрать. Если, конечно, не боишься его мести. Вы забираете старый боток Прокопия. У тебя бесы остались? Я думала, ты мне всех отдал с книгой. Почти всех. Оставил немного. Пригождаются, сама видишь. И еще пригодятся. Давай, дедушка, разделаемся с Прокопием. Да уж, того и гляди, опять подымется. Фу ты, сила нечистая. Вы обезвреживаете Прокопия, а бесы помогают закрыть могилу землей. Теперь на месте старой домовины образовалась воронка. Похоже, и вы видели во время ваших путешествий. Уж не другие ли нечистые покойники там были похоронены? Как ты, дедушка? А как? Хорошо все.
Ты про Прокопия, чё ли? Да бес с ним. Я его первый раз сосвету сжил. Теперь мы вместе в пекло его отправили. Жаль, только раньше его не извел. Эх. Ну, как там твои печати? Уже скоро все будет открыто. Думаю, в срок успеем. Окей. Или все-таки оставить? Не тратит ячейки слов в заговоре. Может, это и надо взять. Хотя... Не где-то, что я выложил, но здесь, что ли? Я забыл, что и снял. Ну ладно, главные, основные остались. Тоже ярмарка. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу. Небольшой расход! Покупай добро и трав... Ничего интересного нет. Какова твоя мудрость? Вижу, что ты девка-то непростая. Я думаю, сейчас мы и закончим. Лок Ахматовый. Игра, конечно, длительная. Но сюжет вроде интересный, и много всяких старых штук узнаешь. Полезно. Давайте всем спокойной ночи.